Всем привет, Савиданта и Романыч. Да. Ой, уставшие после записи Borderlands'а, немного охрипшие. Я. Офигеть. И Романыч немного охрипший. Мы продолжаем играть в Майнкрафт. Ой, сейчас я посмотрю, что у меня там жрёт дофига. А, у меня опера включена. А опера — это нестабильность в некоторый момент. Ой, ладно. Так, Романыч там открывает лутбэги. Вот мы добыли всё-таки этот крафтинг тейбл, но он что-то у нас вообще не работает. Он не работает. Почему он не работает? Без понятия. Может, это из-за нас чего творит Форест и долбанутого. Ой. Блин, сколько у нас этих эссенций? А они нам нужны будут, вообще даже этого мало, скорее всего. А чем мы из них делать-то будем? Вот, как минимум 10. Они используются там. А еще у нас очень многих эссенций нет, только зеленая есть. Еще есть какие-то рыжие, желтые, коричневые, блин, всех цветов радуги, ё-моё, эссенции есть. Так, ну что, эпик будет. Я такую, кстати, классную систему придумал, как это все делать. Сейчас подойдешь, посмотришь. А, тупо выбрасывать? Да, а потом подбирать. Да, дождь мы ненавидим. И еще. Потом это все надо будет разбирать. Да. А, мы еще. Я не помню, мы это на видео или без видео делали. Че? Ферму. Он без видео. Вроде без видео. Вы понимаете, насколько мы сейчас сидим в нерабочем состоянии? Мы даже местами не понимаем, что мы делаем. То, что экшена столько было. Особенно этот скак ебанутый. Вообще жесть. Так вот, а, иди кстати нахер, короче. Ой. Сейчас я все металлическое переплавлю. Да тут куча еще металлического я нашел, вот не волнуйся. Джейфер Сафари, он вообще. Он возможно, он переплавляется. Так, ну я сейчас на группники, штаны, кирочки. У нас 13 чейндж изоляторов. Из них что-то можно скрафтить. Да. Майнинг мультиту у нас. Да. А вот еще два. А что он нам дает? Мы сможем из него сделать чейн что-то там. А ты откуда свой меч вытащил? Из этого. Из. Асайдера? Нет. Из утбэга, который за квесты. Честно говоря, прифигел, когда мне он выпал. Сколько у нас железа плавает? Да вообще там жизнь железа. Угу. И опять я ведро на какой-то хер выбросил туда. Ну пофиг, у нас же традиция, мы все время ищем ведра. Без этого это не мы, вы чё? Если мы не будем искать ведра, чё с нами будет, а? Как мы... Как это называется? Забыл. Ладно, особо не скажу, может быть. Так. А, ты решил этот, что ли? Чё?
ресурс попеределывать, улучшенный. Варианты, да? Кого? Ну там в этом. Ну, уголь, топливо улучшенное. А, ну да. А Мобиус, Фил, Бог, чё в белый не превращаешь? Да бессмысленно. А чё? Зачем? Он так много энергии жрет, мы лучше вот красненьких понаделаем. Ну, в принципе, да. И как бы это, их вообще достаточно красненьких. Так, я спизжу полстака редстоуна. Угу. Да то, кубик что... забери в этом, в генераторе. Да нет, он нам пригодится просто. Редстоун-то потом. Потому что нам надо будет вот и фига. Да нам легко сделать, из угля можно делать. Не, ну мы просто сейчас возьмем. Что потом уж. Тихорт вулканов уже есть. Господи, у меня землетрясение по хате шляется. Кстати, для тех, кто не верит, видите? Вот нифига не раскрашивается. Почему? Непонятно. Вот там как бы требует уровень. У нас есть уровень. У нас он. У нас все есть, да. Но типа. Он по. Ну, в некоторых бортоганах почему-то не работает. Вот, положил, нифига оно не разбирается. Почему оно не разбирается, без понятия. Чё надо делать, фиг его знает. Кто знает, подскажите, но фиг его знает, может, к тому времени, когда мы это спрашиваем, может, мы уже нашли решение. Да, мы знаем. Ну, зная наши жопы, это да. Это не факт. Я эти хреновины сейчас прочекаю. Ну-ка. Ну, они, в принципе, из железа условно делаются. Сейчас посмотрим. Не. А то если это можно, то у нас их дохрена. Нельзя? Нет, нельзя. Жалко. А то у нас их вообще дофига. У нас еще портал ганов дофига. Вот сейчас я ради интереса сделаю сундук, да? Угу. Я же все, что портал гана я найду, все туда засуну. А где это? У меня там, я специальный сундук создал, вон там лежат мои вещи, там сундуков куча. Ну, короче, вот так вот. Так, а где... А, вот это вот, что ли? Нет, не этот. Он там, около фермы дерева, яблок. Яблоко дерев. А, вон он, вижу. Ага. Ну, я двойной сундук поставлю. Куда... Ну, я вот... Ага. Сюда поставлю. Ну и что, погнали. Чем противостоит, сколько у нас, по сути, ресурсов. Чисто, если портал ганы. Это удбэдди. Это удбэдди, понимаете? В чем подвох? У нас тут портал ганов, если бы торговать, то мы миллиардерами станем. Плюс они в это... При сверхвысоких температурах им похер вообще. О, это не тот сундук, который мне нужен был. Сейчас я еще потом рассортирую их. Для полной демонстрации его. Здесь вот еще нападали куча портал ганов. Стал называется.
Так, это порталганы, только те, которые нам с этих почти что не с недавних лутбеков. Иди сюда. Возьми вот это. Знаешь, сколько тут тортиков выпало подряд? Ну. Вот, возьми. 4. Подряд тортики выпали. Понимаешь? Да. О, на тебе еще порталган. Ты издеваешься за сранец. Ну, что ты хотел, чтобы мне порталганы не падали? Вот еще порталган. Еще порталган. Короче, вот смотрите, сколько их. Я сам хочу посмотреть. И еще там 3 у меня лежит на полу. Охренеть. Еще в спектре лежат. Да. Вы понимаете, сколько это ресурсов, если чисто их всех все разобрать? Но мы не можем. Почему? Без понятия. Еще портал, да. Ой. Причем, да, есть система там еще как-то Китая. Да. А что нам нужно-то для нее? Эссенция. Сам посмотри, короче. Открой ME Crafting Terminal и посмотри. Так. А нет, там просто Crafting Terminal называется, без ME. Crafting... Здоров. Спасибо. Крафтинг. Крафтинг терминал. ME терминал. Ой, тик-тик. Ой, так, окей. А где этот эссенс? Да. Где там эссенсы-то, блин, были? В крафте дополнительных вещей. А-а-а. Какие, кстати? Сейчас скажу. Может, сейчас схожу, добуду, попробую. Так я чувствую, это жопа будет. Жизнь офигенная, блин. А, я вспомнил. Какие-то непонятные эссенции нужны для крафта инскрибера. Если мне память не изменяет. Инскрибер. Ага, вот флюкс кристалл, во-первых. Пес его знает. А, вот флюкс кристалл, это главное, чем у нас нет. И главное, что очень сложно скрафтить. А для флюкс кристалла нужна флюкс эссенция. Флюкс эссенция крафтится из флюксидов. Флюксиды крафтятся из флюкс кристаллов. А флюкс кристаллы? Из флюксидов. Так, подожди, я не понял. Цепь замкнулась. А, подожди, во-во-во. Into a puzzle next to one hour and wait a moment to receive. Ну, единственное, что понял, что нам... Нам нужен, ага, один charged, один nether, плюс redstone dust, into a puzzle. Что такое puzzle? Помню. В общем, единственное, что я понял, нам по-любому нужен этот... Не, эссенция, короче, не по нужна. По квестам идти. Да. И там, может быть, повезет нам, не надо будет крафтить эту херню. Не, я сейчас все сделаю, я просто глупенький не почитал описание флюкс кристалла. Сейчас будет ME сеть, наверное. А, подожди. А, charged. Посмотрите, сколько вот мой. Вот посмотрите, сколько у нас же. Вот как делается он. Charged is crafted by uncharged into the charger. Ага, нам нужен charger. Charger. Wireless. У нас же был чарджер, помнишь, ты ставил? Ну, вроде бы. Ага. Проблема в том, что чарджер крафтится из флюкс кристаллов. А флюкс кристаллы крафтится из чарджет. Что? Кто делал эти моды вообще? Короче, сейчас разберемся. Что ты задолб.
А, кстати, мы еще задолбались, когда играли в Borderlands. Поставили один и тот же перевод. А там у кого-то слово Z, кто-то вернись к Z, блин. Ой, к Z почему-то мне охота сказать, я не к Z. Сейчас я соберу все икосайдры и все кубы, которые я открывал, и пойдем их открывать. Ну это жестко было, конечно. Кто-то балкон мне кто-то кота выпустил погулять на балкон, я знаю. Главное, Кузя ни хрена на улицу гулять не ходит, да? А на балкон скотиноза ходит гулять. Понимаешь? Вообще говнюк. Вообще охренел. Я говорю, Кузя, а не хочешь на улицу пойти погулять, а? Он такой, не хочу, мне тут заебись. Я говорю, ах ты сука, а не хочешь похлеба? Он говорит, не хочу похлеба. Я такой, ах ты. У меня 43, уже 43 косайдера. Это же капец. Ух ты, уже 56. Кстати, одна из серий Borderlands у нас 30 минут длится. Угу, 30 с мелочью. Да. Я же засекал. Да. Но мне нужно, короче, это... Пойдем открывать, это будет жесть. Часы поставить будет. Сейчас еще раз будем снимать. Так, в ад идем, да? Да. Сейчас я сначала все расставлю, а потом будем все открывать. Сейчас я это тортики выложу, да? А то они вообще как... Ты, у меня даже меча с собой нет, не, что-то я не подумал. Ой, помнишь, нас там из обычного выпал гигантский? Угу. И было написано, сейчас будет пиздец. Да. И после этого пиздеца появилось вот это вот. Да. Только не говори, что ты их всех активировать еще собрался. Да. Одновременно. Ну, одновременно вряд ли получится. Так, пролетим и попробуем как можно быстрее. Погнали. Я видел там и киви, и всех. Господи. Ты видишь, сколько тут... А у нас видблок он упал. А, киви не появляется из-за того, что я забыл мобов включить, потому что... Ну ладно. Ну чё, собирай. Ну что в месяц? Чё такое красное? Коров... Useless генератор. У меня тоже есть. Генерирует РФ энергии, используя силу любви. Рома, я с тобой любить не буду. А еще есть 12 кубов. Так, подожди, а как из них крафтится большой куб? А, из них не крафтится большой куб. Окей. О, еще и это... Ой, ёпт. Погоди. Есть кирка? Погоди, пусть хотя бы этот. А, о, алмазные блоки, забирай. Why not? Так, ну чё, правой кнопкой мыши. Блять, они все пропали. Ой, вот это ебануло. Подожди, подожди, хей. At least it isn't a giant cube. А, из них можно было составить гигантский куб. Мы сломали, и поэтому они все пропали. Ай. Было жалко очень. Их нельзя было так много поставить, типа, ну ты понял. Знаешь, как мы больно были? А мне, кстати, вообще почти не больно было. Слышь, Ром, хочешь я тебе подарок сделаю, пиздатиш? Какой? На, держи. 20 эндерфлакс кристаллов. Давай! Или, может, я не о том подумал? А, эти! Да нахрен они нужны, я не о том подумал. Мы можем овцу заспаунить, корову заспаунить. Пойдем отсюда. У нас есть 31...
Алмаз. У нас тут два порта. У нас тут портальные порталы. Ой, от души. Просто от души. Начальник Амана. О, еще три тортика у нас есть. Это не сюда. Ой, так. А тебе там написалось, что ли, что мы могли бы создать? Да, мне сказали, это не гигантский клуб. Типа, из-за этого что-то там будет. Типа, хана вам. Да. Давно. Окей. Да ёптать. Когда-то мы молились на портал Ганы. Сейчас мы их ненавидим. Сейчас мы бы с ними в туалет ходили. И потирались бы ими. Да. Интересно, как портал Ганам подтираться? Хорошо, нет? Оро, слушай. Чем? Один портал Ган используешь на трусы. Второй портал Ган на унитаз. Унитаз просто забетонировал. И все, такой идешь, такой сразу захотел, такой... И все, пошел, поехал. Только смывать не забывай, периодически. А, нет, сразу в точную трубу фигли. Да? Я несу все на переплавку. Ой, сейчас немного горчу. Выдел, да? Да, там плавится еще. Стоять, мы можем железную лошадиную броню? Да, а зачем ты обычные слитки-то, ёпты? Да? Ой, бывает. Я просто все, что айрон было, собирал. Такой айрон такой. Это же айрон, и это уже надо. Блин. Я, наверное, даже сегодня ночью буду спать. Угу. И не смотреть что-нибудь. То, что я сейчас сижу, я устал. Уже за сегодня... у меня еще в планах God of War первый снять. Это ой долго будет. То, что там надо настроить все, чтобы оно у меня не лагало. То, что оно у меня подвисать, наверное, будет периодически. Ну как подвисать? Прогружаться, как бы. То, что у меня нету. Этого одной хреновинки, которая заставляет этот нормально улавливать через HDMI все. То, что этот PlayStation он защитой против это воровства экрана, так скажем. Знаешь, там как это пипец с этим всем работать. Я помню, когда первый DMC проходил, там вообще у меня все нормально было. Ой. Вот пробовал запись God of War первого. Ну так, пока первый видеоролик только вот там немного подвисал и все. Дальше игра нормально шла. Ну да, тут только на видеороликах периодически может такая херня быть. Ну да. А, я помню, мне друг еще когда-то заявил. Вот, God of War будут портировать на ПК. Я говорю. И когда же, он говорит... Да вот, скоро. Ну чё, 3 года прошло, до сих пор портирует. Сложно. Да. Быстрее скачать эмулятор PlayStation 2.
Я, кстати говоря, посмотрел, у первого God of War нету, оказывается, озвучки русской. Я хотел уже качать эмулятор PlayStation 2. Там только русский текст только что. Ну хотя можно только ради него посмотреть, может как-нибудь можно субтитры включить. Но я еще в процессе обдумывания. Ой, я чувствую, кто меня ругать будет. У меня будут два товарища ругать, то что я. Мы с тобой начали проходить второй Borderlands, а их нихера не позвали. Ну, первый Borderlands, мы их нихера не позвали. А, они. Или второй они хотели. Я не помню, короче, какой они хотели. Но собираться вчетвером это очень сложно. Если игра проходилась бы за буквально за часа бы за 4, то это можно было бы выделить день и погнать, да? А так игра проходится 8-12 часов. Из этих 8-12 часов мы прошли только час. И то, как мы проходили этот час. Если бы чисто бы сюжет, а там хер пойми, где сюжет. Потом там все сюжет. Там все сюжет. Да, там сейчас все сюжет. А потом, то главное нам не забыться и не пойти в DLC. То, что в DLC мы пока что проходить не думали. Да тем более они скучные. Вот когда пройдем первый Borderlands, там в конце спросим, если уж, ну, нам приспичит так уж, да? Спросим, проходить ли нам этот DLC. Если проходить, то жопу поднапряжем. Ладно, на этом закончим данный видеоролик. Всем спасибо, кто смотрел. С вами были два уставших в край человека. Всем спасибо и всем пока.